Югорчане Дарья Вералайнина и Алексей Волков сегодня выступят на втором этапе Кубка IBU по биатлону. Состязания пройдут в шведском Ленцерхайде. Для спортсменов это первые старты после заявления МОК, который, напомню, отстранил Россию от участия в Олимпиаде. Выступавшие на первом этапе Кубка мира Дарья Вералайнин и олимпийский чемпион Алексей Волков вошли в состав российской команды. В случае успешного выступления Волков представит Россию на эстафетной гонке в Хохфильцене 10 декабря.